Еще совсем чуть-чуть и откроется. Зеленый театр уже на следующей неделе начнет свой 4-й сезон. Помимо привычного фудкорта, зеленой зоны и амфитеатра под открытым небом, команда «Зеленого» удивит новыми арт-зонами и концертами. Некоторые из них уже можно увидеть на афише. Также пространство сделали более доступным для людей с особыми потребностями. Будут улучшения в зеленом театре. У нас появится целых новых две зоны, новая зона отдыха, новые грядки в рамках нашего общественного огорода. Не забываем мы также о том, что у нас мы хотим быть ближе к людям с ограниченными возможностями. И в этом сезоне мы запускаем туалет для инвалидов. Кроме того, в 4-м сезоне вводится система абонементов. Любой желающий может приобрести специальную карту друга Зеленого театра, которая будет действовать на протяжении всего сезона. Карта позволит бесплатно посещать мероприятия и предоставит скидку на покупки на территории театра. Вы получаете ряд привилегий, а именно бесплатное посещение, лекции, кинопоказов, мастер-классов, йога-клуб. То есть это определенный ряд мероприятий, который будет представлен в этом сезоне на территории Зеленого театра. Кроме этого всего, в эту стоимость будет входить скидка на фудкорте, который присутствует на территории в размере 10%. Все очень просто, все понятно. То есть и рассчитываешь как банковская карточка, и помогаешь, и посещаешь мероприятия. Обойдется такое удовольствие в 900 гривен. Помимо этого, можно приобрести и бесплатную карту, которая называется «Карта гостя». Возможности посещать бесплатно мероприятие она не даст, но с любой покупки, которую вы оплатите этой картой, 0,2% будет идти на благоустройство Зеленого. Пользоваться ею можно не только на территории театра, а и в любом месте, где принимается безналичный расчет. От любой транзакции, если вы расплачиваетесь этой картой, вы помогаете Зеленому. 0,2% идет на помощь Зеленому. И это не вы делитесь 0,2%, а это непосредственно банк. Пока что Зеленый театр находится в таком достаточно разобранном состоянии, однако уже по всему периметру трудятся рабочие. И совсем скоро театр откроет свои двери для всех желающих. Кроме карт, команда «Зеленого» пообещала еще много нового, однако что конкретно держит в интриге. Так что лучше самим прийти на открытие и увидеть, каким «Зеленый» будет в своем новом 4-м сезоне. Александра Явник, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».